Большие турбинки стоят, да, узкий поток и быстрая скорость. Да, слабовка, все, они до сих пор не хватает слабовки. Мы живем ниже, называется Гудаури дача хостел. Толик Лебединский, мы слышали, он фират инструктор. По-любому отсюда видно. Гораздо ниже. Сейчас, ну как гораздо? Где низ первого подъемника? Ну вон он, ага. Где здание уголком сделано. Ага. Вот оно. А вот там где-то получается. И чуть-чуть левее еще. Ну вот там. Где-то. Вот там, где изгиба такой вот, где пупок П такая. Вон оно и видно. Да. Точно, вот там мы и живем. Договаривались на кресло перед нами. Ну если что, разберемся, главное, чтобы мы там же сели с вами. Вот и тайм-аут, по идее, мы должны были сесть. Ну, с тобой поговорили? Ну я с ним, когда я еще договаривался про старт, я сказал, что мы сейчас на тайм-ауте оставляем лыжи. Он говорит, а мы там же и сядем. Я говорю, ну хорошо. Не, ну главное, чтобы мы с ним вместе были. Чтобы меньше чесать. Хотя, в принципе. А, вон он летает. Где? Под нами вот это? Вон он. Под нами, да? Да, ну вон, не под нами, видите, не летает. Желто-красный? Да. Ага, вижу. Я его еще не.
вашей ловинки, да? Вот под нами Гудаури. О, кайф! О май гад! Это что-то. Я в захвате.